Неустановка приборов учета повлечет дополнительные расходы для потребителей. С 1 января следующего года вступает в силу повышающий коэффициент за отсутствие счетчиков. Об этом заявили сегодня в Якутске во время круглого стола в рамках проекта «Школа грамотного потребителя». Представители министерств, управляющих компаний и надзорных органов обсудили в столичной администрации, как показать потребителям, что установка приборов учета им выгодна. Очень много задают вопросов, и наши граждане хотят услышать на них ответы. Поэтому сегодня мы пригласили сюда и агентство субсидий, Министерство жилищно-коммунального хозяйства, региональный комитет по ценовой политике. То есть весь спектр вопросов, связанный с этим направлением, получит сегодня свои ответы.